Катюха уже при параде. В этом году у нас банкет ожидается. Да я просто на банкете. В туфлях, поэтому... Это не посередине. А, это SpaceX? Да. Это экипаж, а грузки это? Так они тоже еле-еле. Я так и есть кончу. Ничего не ели. Конечно, они ничего не ели. Спасибо человеку за то, что спас нашу жизнь. Ничего не ели с тех пор, как с позором выгнали этот блог. Ну что, мы прилетели в Оренбург, уже еще получили свои ключики, сейчас пойдем размещаться и на ужин. Прям. Ю-ху! Все. Немножко предсоревновательная еда. Вот такая. То есть никаких даже мыслей по поводу, что я могу проиграть, быть просто дорожным. А, да, мы не очень большие. Что? Это я ведь в бегу 6 метров бежал. Чемпион России. А ты? Тоже? Тоже. А как справиться с хейтом? Ну, я мне никто не пишет хейта никакого. Но если напишут, то думаю, что я не буду обращать на это внимание. Потому что людей, которые мне пишут приятные вещи, их гораздо больше. Это согласна. Да, и это гораздо важнее. Нормально. Так, давайте прогнозы. Прогнозы это неблагодарное дело. Лев Алексеевич. Нельзя прогнозировать. Прогноз один, реализовать свой результат. Ой, началось. Так ты уши закрывай. Почему уши? А ты говоришь. Закрывай. Да. Так, я думаю, что Наташа пробежит 7:36. Поддерживаю. Единогласно, да? Все. Давайте, Лев Алексеевич. Я говорю, что 7:14. Я говорю 7:17. Скажи, вот тебе 10 парная, как я скажу, не надо. Расскажи свои ощущения. Ну, нормально, сегодня начало побегали. Я доволен, что я сделал первую тренировку за эту неделю. Завтра соревнования, поэтому... По виду кажется очень хорошо. Ну, ноги хорошие, состояние очень хорошее. Доброго всем вечера.
Мы уже в отеле отдыхаем. Сходили, поужинали. Сделали хорошую разминку. Для меня она была сегодня вдвойне важна, так как я с прошлой субботы не делал никаких нормальных тренировок. Из-за того, что опять мой этот спазм немножко дал о себе знать. И всю неделю я занимался, можно сказать, восстановлением ноги. Особо никаких ударных тренировок сделать не получилось. Сегодня пару раз выбежал с колодок, сделал 1-2 барьера, все нормально. Разминает что-то там себе. Я разминаю себе пенчик. В общем, сейчас будем уже отдыхать, ложиться спать. Не знаю, насколько получится хорошо уснуть. Перед стартом, конечно, это очень непросто, но... Увидимся завтра на завтраке. Всем привет! Как оказалось, мы встретились с вами не завтра, а сегодня на ночном перекусе от Самокат. Что мы захотели с Тёмой есть? Заказали сыр, карбонат, колбасу, если заказала. Какие-то штучки, сырники, хлебушек. И мотивашка небольшая. Чтобы... Есть время 23:03. Красно. Доброе утро всем, друзья. День соревнований настал. Ночь прошла отлично, выспались вроде как. Время 10, да где-то по местному. 0-0. Сейчас пойдем завтракать. И будем отдыхать дальше. У нас 12:30 выезд на соревнования. Будем собираться. Кристина там свои процедуры. Я, может, еще посплю чуть-чуть, потому что... Что еще делать перед стартом? Как не спать? Всем доброе утро! Мы уже проснулись, я уже помыла голову. Я забыла расческу, не знаю, что сейчас буду делать с головой своей. Сегодня у меня будет макияж перед стартом, первый раз в моей жизни. Вот, так что ждите меня красивую. Все. Вот он на меня смотрит, как на дуру на какую-то. Зачем ты на меня так смотришь? Это ты говоришь? Мой крем. Много тыщ? Все. Черная кошка. Набралась себе. Я спал, проснулся. Пошел, и да? Так вот стало. Человек, который боится очень сильно соревнований. У тебя сегодня соревнования, напоминаю тебе. Да, мне очень страшно. Самый бояка. Проигрывается. Бой. Ну так, обзор нашего завтрака. Артема здесь. Вот. Что-то в тарелке. У меня вот блинчики. Кости все скромно, он ест кашу с молоком. Я такой не ем. Ты знаешь, что самое худшее, от чего блин, это после тренировок? Это апельсиновый сок. Откуда ты такой знаешь? Я тебе серьезно говорю, хочешь побывать после какой-нибудь работы, апельсиновый сок перед выпьем. Я молочко не брала, Тёма тоже. Вот эти два человека решили по молочке. Турник старый не победит. Да, все перед финалом будет. Так, друзья, пока Крис красится и собирается, я потихоньку начал тоже собираться. Сейчас покажу, в чем буду сегодня выступать. В принципе, возможно, вы этот комбез уже видели. Сегодня на ногах вот эти вот штучки. И вот этот вот старт-кит. Решил бежать в комбезе, потому что на последнем старте он был самым счастливым. Вообще не особо, конечно, верю в эти все шмотки. Часто их меняю на соревке. Но иногда в башке что-то сидит, и ты думаешь, что надену тот комбез или те шиповки, в которых последний раз ты выигрывал, и это что-то тебе даст. Вчера вот такие фотки нам распечатали. Мы на конференции расписывались и отдавали спортсменам. Ну, у Крис фотка вообще рабочая. Кликабельная, так сказать. Добавок. Это обычно вот такая вот штука. Либо Гуарана, либо активатор, если есть. Если нет такого. Но обычно я предпочитаю все-таки какие-то такие вещи. Как тренку это. Только обязательно следите за составами, чтобы не было никаких проблем.
Вот этот я уже использую порядка 4 лет. Всегда все чисто и красиво. Резиночки, мячики, массажерчик, водичка обязательно. Ёпан, герой. Ноготочки сделала? Нет, стрелки только. Стрелки заряжены. Перед стартом последняя чашечка кофе и выезжаем. Вы просто посмотрите на эту ракету. Кофе мне не урони. Ракета. Ёпа. Как вы, прикид? Сегодня я не в комбезе, сегодня я бегу в таком вот красивом. Не видно. Постоянная ситуация, когда вот эта женщина бегает на суете. У меня еще ничего не собрано, я просто пью кофе сюда. Потому что я женщина, ты же сам сказал. И не трачу лишней энергии. Сейчас допьем кофе спокойно и поедем. А где заряд? Что за красавица? Да-да. Я попросила себе удачи, а все остальное только на мне. Сет по забегу. Шида на все бабки. Это Хмат. Небольшой блиц. Расскажите о состоянии. Как себя ощущаете? Спать хочу. Спать хочешь? Mm-hmm. Часто такое бывает? Не знаю. Пока не пока разминаться не начну, не могу ничего сказать. Какое вообще настроение? Отлично. Спать хочу. Из-за своих размеров супер полно. Как побежишь, на всю или аккуратно? Надо на всю, наверное, пробовать, не знаю. Как состояние? Вроде нормально. Сейчас узнаем по забегу. Так, ну что, друзья, забег прошел. Но, к сожалению, чудес не случилось, и походу 7.91 это сегодня. Замечательное время для забега, к сожалению. Через час финал, посмотрим, что будет. Нога в очке немножко. Но получится бомбу слепить. Жестокую просто на мужика так 7.65. Я думаю, не знаю. Очково. Да. Ну, посмотрим. Может быть, на разок бег. Крис бегала 7.32 в забеге, тоже чуть не очень довольна. Ну, не знаю. Будем смотреть и ждать финалов. Увидимся на финиш. Внимание! Серьезный старт!
75 горит на тенге, летает барабунка. Это супер парилистый. Всем привет! Мы уже дома, вернулись. Старт закончился, соревнования закончились. Не повезло мне, конечно, опять немного. Подготовка внесла свои все эти коррективы с травмами. Надеялся на лучшее, но, к сожалению, чудо не случилось. Нога опять также заболела сегодня в забеге, перед забегом на разминку. И, впрочем, ну вот все, что я сегодня смог показать, все это есть. Большего, конечно, тяжело показывать, когда в барьерах на спринте у тебя есть какие-то болячки, которые просто, ну, мешают тебе на разминке, мешают тебе время бега. Ну, рад, что просто ничего не оторвалось и не стало хуже, но нога опять болит. Тонкая мышца, это вредил еще в середине декабря, потом залечил. И вот буквально за неделю до старта на одной из тренировок я опять ее почувствовал. И, в общем, вот такой рецидив начался. И ну, билеты уже были куплены, отказываться, конечно, не хотелось. Поэтому вот так вот, 7.91 в забеге, там совсем какая-то ерунда. И вот в финале чуть-чуть постарался побыстрее, ну как постарался, насколько мог, 7.78. Ну, так, короче, Крис сегодня тоже вроде довольна, вроде недовольна, но не каждый день, короче, показывать все свои лучшие результаты. Поэтому сегодня так, атмосфера супер нереальная, старт супер нереальный. Ну, результаты сегодня были, конечно, далеки от идеала, но на то были свои причины. Поэтому как-то так. Соревки прошли безупречно в плане организации, всего-всего-всего. Все еще нам предстоит. Короче, банкет будет, вот и все. Сейчас будем одеваться, наряжаться в этом году на банкете. Дресс-код, все в пиджачках, все, короче, с иголочки одеты, поэтому сейчас пойдем мыться, бриться и собираться на банкет. С банкета, надеюсь, что-нибудь поснимаю, если там слишком весело, конечно, не будет, и все. А я пока, собственно, лежу вот
держу холод, чтобы избавиться от сильного воспаления, потому что после финала, конечно, дискомфорт прям усилился значительно. Перед финалом я уже вообще не разминался, что-то подморозил себе ногу у врачей из этих баллончиков аэрозольных. Сделал какие-то легкие беговые, постоял в колодках, и, в принципе, все, порос там какие-то маленькие барьеры, что-то попробовал делать. Чувствовал дискомфорт и понимал, что разминаться особо нет смысла. Это спорт, это путь, это долгий процесс, и не всегда, к сожалению, все успешно и удачно. Поэтому работаем дальше, увидимся, надеюсь, на следующем старте. Надеюсь, я сейчас смогу за недельку подлататься и выступить на русской зиме. Там, как вы все видели, объявили шикарные призовые, и нельзя пропускать такой шанс. Очень обидно будет. Надеюсь, за неделю воспаление, если уйдет, конечно, очень большой минус, что нужно бежать два раза. Если бы был только забег без финала, конечно, это было бы для меня в нынешней ситуации гораздо лучше. Но, в общем, продолжаем сезон, надеюсь, и все будет окей. Зато, я уверен, этот видеоблог будет супер классным и интересным. Ладно, всем удачи, увидимся на банкете. У нас сегодня самая любимая часть программы — это наш банкет. В этом году сказали всем быть красивыми. Девочки в платьях, на каблуках, с макияжем. Парни в костюмах, поэтому можно сегодня Артема увидеть в штанах. А так он обычно ходит только на свадьбу. В штанах, но без костюма. Надеюсь, я меня жду, пропустят. Давай мы с тобой вместе так вот красиво. Короче, встанем. Немного мы прирядились, нарядились. Все прирядились. Сразу жить захотелось.